С начала года на территории Анапы поджогов произошло почти в два раза больше, чем в прошлом году за этот период. На сегодняшний день зарегистрировано 39 возгораний, при этом почти половина возгораний является поджогами, сообщает Леонид Бурнайкин. 13 пожаров по причине поджога. То есть это практически 35-40% от общего количества. Значит, участились случаи даже повторного случаев поджога именно на одних и тех же объектов, такие как на ЖМТ первый проезд, там медицинский пост, офисы постоянно поджигают на красно-зеленых 29/5/4. Значит, ну, основная масса пожаров, в общем, без поджогов, это у нас в жилье происходит, из-за короткого замыкания электропроводки, неосторожного обращения с огнем. Конкретно останавливаюсь на поджогах. С 13 случаев все материалы передаются в отдел полиции, внутренних дел нашего города Анапа. И ими уже принимается решение по поводу возбуждения уголовного дела и ведения дальнейших действий следственных в данном направлении.